Молодая красноярка рассказала о массовых отравлениях шаурмой на острове Татышев, сообщают наши коллеги из здания «Проспект Мира». По словам девушки, уже в очереди в инфекционной больнице она встретила людей, которые вместе с ней брали еду в одном из павильонов. Изначально об отравлении красноярка Наталья написала у себя в соцсетях. По словам девушки, после шаурмы у нее и ее друга началась сильная рвота, пришлось вызвать скорую. Медики рассказали, что это не первый случай с гостями острова за последнее время. В итоге с Натальей связались специалисты санэпидемстанции, попросили чеки на шаурму и предложили сдать анализ. В администрации Татышевпарка нам сообщили, что конкретно к ним жалоб не поступало, но в любом случае вся ответственность за качество еды на арендаторе. И с жалобами необходимо обращаться в Роспотребнадзор.